Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире телеканала «Видное ТВ» программа «Все грани мяча». Лига чемпионов, Лига Европы, чемпионат России. Все еще у нас проходит, и я уверен, что все болельщики, которые любят футбол, смотрят футбол, переживают за свои команды. В ближайшие 45 минут мы будем говорить именно об этом вместе с вами, а также с Сергеем Буслаевым, Константином Щербиненко, Евгений Воронин, Илья Розенблат. Добрый вечер, друзья. Добрый вечер. У нас программа болельщицкая, футбольная, поэтому я думаю, что нам всем не нужно напоминать какие-то футбольные результаты, которые были. Но, тем не менее, хотелось бы начать нашу передачу с того момента, который произошел на матче, или не на матче, а перед матчем Лиги чемпионов в Риме, Болельщики ЦСКА, которые приехали поддержать свою команду, попали в неприятную, я даже не знаю, как назвать, историю, ситуацию, что сломался в метрополитене эскалатор и пострадали некоторые наши болельщики. Чуть позже мы свяжемся со свидетелем, скажем так, этой истории. Я не могу, наверное, назвать трагедией, но неприятной ситуации, который сам расскажет, как это происходило, потому что он тоже был на этом эскалаторе. Итак, друзья мои, давайте поговорим, начнем пока о футбольной теме. Евгений, Рома ЦСКА, Лига чемпионов. К сожалению, по техническим причинам не получится нас вывести результат. Хорошо, что не получится, потому что результат оказался, конечно, для нас. Итак, Рома ЦСКА 3-0. Ну, я что-то такое подумал. На прошлой передаче я сказал, меня что ЦСКА не проиграет. Ну, и зря. Твоя команда меня подвела. Ну, и зря, да. Все-таки у меня вот с Ромой как раз вот были какие-то такие вот нехорошие такие вот, скажем так, и воспоминания, и восприятие, Рома было. Нет, ну вот все-таки я думал, что если бы я был бы присутствовал на передачах, я, наверное, сказал бы, что мы проиграем 3-0. Ну, вот, какое-то вот такое внутреннее чутье у меня было, что сыграем все болельщики, с Ромой. Все болельщики... Я не хочу сказать, что мы играли плохо. Я не хочу кидать камни в огород нашей команды и говорить, что кто-то плохо сыграл или еще что-то, что-то как-то. Но так получилось, течение обстоятельств. Рома забила то, что смогла все свои моменты, мы свои моменты не реализовали. Потому что у нас нападающих все-таки мирового уровня нету. Если был бы мирового уровня нападающий, я думаю, что нет. То, что мог бы забить Чалов, который не использовал моменты. Допустим, некоторые нападающие на раз забивают. Ну, как мне показалось. Может быть, я ошибаюсь. Согласен полностью. Илья, скажи, пожалуйста. Действительно, вот по мне, Рома не показала футбол на 3-0. Mm-hmm. Чтобы можно было сказать, как это любил говорить главный тренер ЦСКА, бывший Леонид Слуцкий, это космос. Mm-hmm. Не было в этой игре космоса. И тем не менее, крупное поражение. Помните, мы на прошлой передаче, обсуждая этот матч, говорили о том, что для положительного результата армейцам нужно вгрызться в этот матч. Этого все-таки, на мой взгляд, не произошло. Команда вышла играть в футбол на равных. И у него получалось до некоторой степени. Первый тайм-то по качеству футбола мне понравился. Он был ровный. Просто два гола залетело. Ну да. Во втором тайме они вышли тут же злые, забили третий мяч, и игра просто на этом была закончена. И вот и остался на табло этот счет 3-0, который даже ничего и не сказал, кроме этого счета и отсутствия очков набранных. По левую руку от меня ребята играли в футбол на разных уровнях. Вообще, счет может о чем-нибудь говорить? Счет 3-0 может говорить о классе команды, которая непосредственно выступает на своем поле и свои моменты реализовывает практически на 100%. Я отмечал на прошлой передаче, Олег, если ты помнишь, форварда Эдин Джека, которого многие из вас, дорогие друзья, списали уже со своих счетов. Ну, по крайней мере, человек по 2 метра ростом приносит результат наверху и внизу. А помните, мы на прошлой передаче вспоминали Джека? Да. Я лично вспоминал. Да. Я и говорю, что ты говорил, что его лучшие годы прошли, а я говорю, что этот человек принесет немало хлопот. ЦСКА в итоге так и вышло. Забитый мяч, голевая передача, чудо-космос, получается, в конце третьей, он сбросил мяч головой. Но против таких игроков безумно трудно играть. И наверное, Дзюба — это такая некая
копия Джека, только европейского, да? Согласен. Поэтому... У нас, кстати, извини, что перебью, да. У нас телефонный звонок. Давайте Слушай. Пообщаемся. Добрый вечер. Да, вечер добрый, ребят. Привет, хочу вас поприветствовать. Да, привет, привет. Сказать, да, живым и здоровым, ну, по крайней мере, живым и не совсем здоровым после поездки в Рим. Вот, это Ильдар вас беспокоит. Могу, так сказать, в двух словах описать, что за ад и ужасы нам пришлось там пережить, находясь непосредственно в эпицентре всего этого случившегося. Скажи, пожалуйста, выдвигались версии о том, что фанаты ЦСКА прыгали, и из-за этого могла произойти данная вот технологическая, скажем так, катастрофа? Нет, на самом деле никто не прыгал. Почему? Объясню сразу. Да? Ну, в связи с последними событиями 2014 года, когда там мы играли, вот, все прекрасно знали, что такое Рим, Рома и ее фанаты. Поэтому, значит, решено было собраться в одном месте и двинуться так, ну, таким общим, скажем так, собранием. Зашли мы на станцию метро, соответственно, безо всяких там шарфов или каких-то еще либо, там, я не знаю, там, опознаваний, скажем так. Да, и спокойно. Да. Причем все были трезвые, абсолютно, потому что... Ну, была информация, что при сборе, значит, соответственно, быть абсолютно всем трезвым. Потому что мы прекрасно знали, что можно ждать со стороны итальянцев. Uh-huh. Зашли мы в метро, причем тихо, без криков, без каких-то там речевок, скандирований и всего прочего. Вот. И спускать уже на эскалаторе, соответственно, никто не прыгал, не шизил там, да, что они говорят, никто там стоп-кран или там какие-либо еще кнопки не нажимал. Абсолютно нет. Все шли спокойно, все ехали к эскалатору. Вот. И потом, когда вот один эскалатор слева он пошел нормально, я ехал как раз-таки справа, он редко стал ускоряться. Сначала все восприняли это как-то шутку, там, да, даже вот, вот, парень сказал, что вот, который рядом со мной ехал, ой, говорит, турбины включили, да, но на самом деле потом, когда уже начали понимать, что случилось и то, что внизу происходит, уже далеко было не до шуток. Поэтому я говорю, то, что там вот пришлось вот пережить, да, там, я знаю сейчас, многие, ну, еще несколько людей находятся непосредственно в больнице. Вот, на днях моего хорошего знакомого сейчас, ну, сюда вот привезли, ему там оказали медицинскую помощь, так, вот, по мере возможности. Ну, продолжает здесь в Москве лечить. Травмы, на самом деле, люди получили достаточно серьезные. И, ну, не знаю, и благодаря там вот нашим парням, которые, ну, тоже фанаты ЦСКА, они, как оказались, здесь в Москве работают врачами, хирургами, там, да, травматологами. Вот, они действительно оказали нашим ребятам первую помощь. Если бы не они, то, скорее всего, мы бы, наверное, видели бы уже пострадавших таких с летальным исходом. Ну, самое главное, что как ты себя чувствуешь, все нормально? Как нога, да. Да, нога-то у меня нормальная. Я говорю, по сравнению с другими пострадавшими у меня, ну, буквально там, я не знаю, царапина. Сейчас на больничном, ну, а так... Ничего себе царапина. Да. Ну, давай, держись, крепись, да, здоровья. На полной игры, ребят, скажу сразу честно, ну, не смотрел, хотя нас после станции метро там подогнали автобусы, и всех желающих, скажем так, отвезли на автобусе, причем в сопровождении, там, по зеленой, вообще быстро доставили, где-то 5-6 автобусов. А сам матч-то удалось посмотреть? Я на самом матче присутствовал, но я так, одним глазом смотрел, потому что состояние у меня было... Ну, надо думать, ну, да. Да, да, а так поэтому, ну, посмотрел так, ну, что могу сказать. Ну, так, сыграли на троечку. Конечно, игры не хватало. На троечку абсолютно точно, если 3-0, счет 3-0. Да. Ну, да. Спасибо, Ильдар. Здоровья, да, от всех нас здоровья. Выздоравливай и ждем тебя в студии. Всегда рады видеть. Есть у нас еще один телефонный звонок. Добрый вечер. Добрый вечер, Юрий Сергеевич. Да, Юрий Сергеевич. Я считаю, что в этом конкретном матче армейцы сыграли плохо. 3-0, счет говорит сам за себя. 3 атаки, расстрел наших ворот, где была защита. Практически даже никто не пытался, что ли, или не успевал, или какая разница, почему? Я вот Константина и спрашивал, насколько счет 3-0 говорит сам за себя. Конечно.
Они правильно, три момента железных были, расстреливали, так как хотели ворота. Олег. Ну, та же история с Краснодаром потом произошла. Потом это с Краснодаром, до этого это было еще на Кубок. Это не важно, какая с метра расстреливали в пяти случаях. Ну, вот именно, то есть я там не могу винить вратаря, там же не Акинфеев стоял, но если бы даже стоял Акинфеев, он бы ничего не сделал. Не, вратарь не потому что согласен. Расстреливали, как хотели. Согласен, согласен. Дело в том, что они переиграли в этом конкретном матче армейцев. Они прессинговали, они не давали армейцам развернуть свои атаки, чего не делали армейцы. Или у них сил нет, я не знаю, потому что прессинговать нужно силы-то иметь. Нужно бегать и туда, и сюда. То есть это большая работа. Это не просто так. Согласен. Чего армейцы не делали. Остановятся и ждут, что дальше. Дальше он пробрасывает вперед и убегает. Наши догнать не могут, к сожалению. Наши защитники тихоходы. Ну, на самом деле, вот физподготовка... И поэтому мы три момента создали, три мяча забили. После этого я просто перестал смотреть. Ну, что уже смотреть было? Да. Ну, зря. Спасибо. Спасибо, Юрий Сергеевич, за ваше мнение. Да, Константин наполовину ответил, да, о том, что насколько результат 3-0, он говорит сам за себя. Сереж, скажи, пожалуйста, вот это, на мой взгляд, какой-то определенный штамп о том, что молодые непостоянны, или как это сказать, да, нет у них, господи, какое-то слово забыл, стабильности, вот, нет стабильности, да, у молодых. Может быть, действительно этот фактор сыграл в большей степени, чем какой-то игротский? Ну, возможно, возможно, и надо спросить у тренеров, наверное, как они настраивали команду. И мне, знаешь, еще подумалось, что вот действительно про Акинфеева сказали, Акинфеев пропустил бы, но Акинфеев все-таки умеет руководить обороной, да, потому что Помазон на первый матч играл, да. Вообще первый матч в этом году, мне кажется. Да? На кубок играл. На кубок. Тебе это. Точно такие же мы мячи его пропустили с Краснодаром. Не, я согласен. Понимаешь, Жень. Был Акинфеев. Почему он не дал команду, не среагировал? Ну, оборону. Здесь... руководство обороны. Потому что в вратарские обязанности входит, руководитель обороны входит. А Акинфеев играет практически без замен. Да? Он же и видит, и руководит, и знает, как даже при смене всей обороны, ну не всей, да сколько там, половины, 50% обороны ЦСКА, все равно Акинфеев, я думаю, он и видит все, и помогает, он же капитан. Было бы не три, а два мяча, например. Ну, может быть. Я говорю, одно из... Это не полностью вина Помазуна на то, что 3-0, конечно, проиграли. А вот именно, что... Да нет, то есть, ответственность ты возлагаешь только на защиту. Оборона, я думаю, была бы немножко по мобильнее, не по мобильнее, по дисциплинированию, можно так сказать, да, при Акинфееве. Да нет, вот как раз она не была при дисциплинировании. Была бы, я так думаю. Вот смотри, когда вот у нас были старые гварды, да, Березовский, да, и Игнашевич. Здесь действительно подсказки Акинфеева бы что-то, скажем там так, они понимали, мне кажется, друг друга там... А здесь нужно еще вот эти связи найти, а их пока нету. А Акинфеев, может быть, и подсказывает что-то им, что-то и кричит, но пока это молодость, это, сейчас все сделаю. Я согласен. А, понимаешь, вот Юрий Сергеевич говорит, они нас перебегли. Да они не перебегали нас, они просто делали то, что они умеют делать. Они умеют играть пас точный, им не надо, мяч не отскакивает на 10 метров. Да, понимаешь, да. Вот эта техника, они нас просто техникой могли обыграть. И так же, как, посмотри, немножко. Как, немножко массочек беру, Барселона забила Реалу. Чтобы забить мяч, сделала 30 передач точных и забила мяч. А это игра Барселоны. Вот она, нет, кажется, я тебе просто да, говорю, да, что... Да, это, 30 тысяч мало. Либо нет, вот, нет, я вам говорю, что, понимаешь, это контроль мяча, пол, понимаешь? Да. А здесь я говорю, что в защите... Контроль мяча сейчас не говорит, мне кажется, ни о чем. Как нет, тут? Нет, нет. Думаю, что точные передачи. Очевидно, что в скорости армейцы не уступали практически Роме и точно не уступали в матче с Краснодаром. А вот то, что защитники и полузащитники, и в основном опорные зоны в лице, например, явно выделялся в этом Ахметов. Просто Ахметов не могли даже хорош. Мяч... Нет. Он не хорош, он не мог мяч отобрать вообще. Не мог отобрать мяч? Конечно. Но мы с тобой с разных, друзья, наверное, мои, позиций смотрели. Ахметов, Обляков – это не игроки уровня ЦСКА Лиги Чемпионов. Это будущее. Знаешь, Олег, это не игроки. Нет, говорю. Друзья мои, это не будущее. Я не хочу вам сказать, если берем игру... скажем, с Ромой и с Краснодаром. С Краснодаром мне Ахметов очень понравился. Да. Насколько он технично отнимает мячи, насколько он
мозговито отдает вперед в атаку. Блин, за ним будущее ЦСКА, это однозначно. Ты не агент, Ахмед? Нет, однозначно я не совсем, агент. Но на мой взгляд, то, ошибок. Костя, ошибок много. Ахметов, много, но... ужас. Я совсем забыл сказать, в прошлую пятницу я играл так же, как и каждую пятницу мы играем против ветеранов ЦСКА. Против нас вышел играть Сергей Игнашевич. Мы выиграли его команду там 10-9. Ну, играли, да, там так, на интерес. Вот, и, честно говоря, человек, который вот относительно недавно был на чемпионате мира, забивал испанцев, да, там после матчевых серий пенальти, выглядел, откровенно говоря, ну, не в суперформе. То же самое я могу сейчас и поставить действующих игроков ЦСКА, да, хотя вот буквально там месяц-два прошел после чемпионата мира. Ребята вот, например, играют и могут где-то, может быть, просто не поймали свою игру. В ЦСКА я вот тоже читал статью Марио Фернандес, да, известный защитник, защитник сборной России. Пришел в возрасте 22 лет в ЦСКА. Сейчас, на мой взгляд, он является одним из самых прогрессирующих игроков в нашем чемпионате. Ну, один из лучших, да. И мне кажется, что судьба вот ЦСКА, она дает о себе знать, наверное, чуть-чуть попозже, когда эти молодые талантливые ребята подрастут. Вот сейчас у «Спартака» тоже с бывшим главным тренером 4 игрока, там, получается, 98-го года, да, там, не старше 20 лет, выходит на футбольное поле. Мне кажется, это тоже будущее. Нужно вот именно в таких матчах с Ромой, с такими вот грандами выпускать молодежь, чтобы они набивали свои шишки. Я помню, как «Носороги» «Спартак» московский возили вдоль и поперек, 1-1 сыграли на последней минуте, там Ковтун. Но тем не менее, одно дело «Носороги», другое дело «Спартак», да, там ЦСКА, тот же самый «Локомотив», все команды, которые в скором времени, кстати, сейчас идет, скажем так, момент к тому, что РПЛ придет к следующему, значит, согласованию на будущий сезон. Там в команде должно быть как минимум 3-4 воспитанника. Ну, ЦСКА это точно не грозит. Да. Да. И вот, кстати, Костя, мне вспоминается, как мы с Женей играли нашими армейскими всякими посиделками. С нами одно время играл тоже ветеран Андрей Соломатин. Соломатин, да. Играл он в нападении. И его команда тоже пропускала. Разве это как-то говорит о классе Андрея Соломатина? Он должен, мне кажется, в дворовом футболе выгрызать все мячи. Ну хорошо, давай его пригласим на следующую передачу. Пускай приезжает и отдувается. Кстати, если все-таки про класс говорить Андрея, то он мог встать в углового флажка и стоять чеканить мяч, и никто у него мяч не мог отобрать. Хотя ребята в футбол там все умеют играть. Да. Ну что ж, это говорит о многом. Давайте идем дальше. Рома ЦСКА, все понятно, 3-0. Следующий матч уже будет 7 ноября. Ответный в Москве. У нас есть телефонный звонок, давайте пообщаемся. Добрый вечер. Добрый вечер, еще раз. Да. Я понимаю, что играют молодые и неопытные. Весь вопрос, сколько продлится это время. К сожалению, у нас ведь немало было подающих надежды, да. И так не оставались подающими надежды. Да. К сожалению. Согласен с вами полностью. И я, честно говоря, не разделяю оптимизма Евгения Ильи вот, о том, нет, что вот... Обляков и Ахметов – это будущие... Вот это игроки нападения, они не защитники, а им приходится защищаться. В опорной зоне нередко. Они не умеют защищаться на сегодняшний день. Ну, Дзагоев, наверное, такой же приходил в ЦСКА, если вспоминать, да? Тоже юнец, 20 лет, там, 21, может быть, и вырос футболист сборной. Дзагоев, кстати, был немножко другой. Дзагоев достаточно здорово защищался. У него были проблемы с отсутствием выдержки. Вот какие-то такие проблемы. Красные карточки. Вот они, выросли, да, и решились. Давайте идем дальше. У нас на очереди «Локомотив» Порту. Железнодорожники, да, сейчас ты все получишь от правой стороны. Играли у себя дома с португальской командой, все-таки не с итальянской. И потерпели третье поражение подряд в Лиге Чемпионов. Да. Итак, «Локомотив» Порту 1-3. 1-3. Все начиналось с того, что Ману Фернандеш не реализовал пенальти, да. Который был назначен, как по мне, справедливо. После «Локомотив» имел тоже возможность забить гол, не затолкал этот мяч. Мы пропустили в контратаке, да, там, забили, наверное, по делу все-таки, там, попечительству защитников. Несогласовка действий вратаря и защитников, да, вот получается. Потом второй мяч, соответственно. Потом да. Третий. Нет, потом все-таки Миранчук смог восстановить там на некоторое время статус-кво, да. Но, честно говоря, команда уходила, скажем так,
с явным видом, что эту игру они уже не спасут. И, честно говоря, Олег, с трибуны игра смотрелась, возможно, одна из самых несуразных, что ли, игр этого сезона. Потому что по, скажем так, борьбе, по искрам в глазах, ну, не было видно Локомотива, что они выйдут сейчас и смогут растоптать этот Порту. Вот когда счет стал 2-1, да, у меня была уверенность в том, что сейчас Локомотив побежит и устроит Порту... Порт-Артур. Да. Ну, честно, откровенно говоря, у центра поля, да, там у Фернандеша не пошла игра. Многие, наверное, видели, что Фернандеш там даже на эмоциях не пожал руку Семину. Ну, да. Это такие моменты, в принципе, они многим бросаются в глаза, но ребята, видимо, высказали, что это такие, на самом деле, обычные эмоции футбольные. Семин ответил, да? Ну, Семин ответил, да, что это игровой эпизод. Да, он на самом деле не стал. Человек. И потом Фернандеш, откровенно говоря, вот в Красноярске, да, показал результат, забил гол. Вот. И здесь, опять же, Олег, команда, многие болельщики пишут, я читаю на форумах, что вот большой пропуск времени, 14 лет, но не, я не ищу оправданий поражению Локомотиву в этой именно встрече, потому что забей раз, да, забей два, игра могла поменяться вообще и пойти в другое русло. Фернандеш, забей пенальти, это вот практически, да, там лотереи, многие говорят, хотя, мне кажется, Икер Касилис, это тот еще топ, который разбирается в таких вещах, как там серия пенальти. Вот, а здесь не повезло, откровенно говоря, на Лигу чемпионов, наверное, все-таки рассчитывать уже проблематично. Есть шанс цеплять оставшиеся три игры и бороться за третье место. За третье место в группе, потому что есть еще шанс победить Галатасарай на своем поле, да, и, соответственно, будут оставшиеся две игры на выезде в Португалии и в Германии, соответственно. Ну что ж, я даже не знаю, к чему призвать болельщиков Локомотива. Четвертое место в группе, только оно уверен, тоже ведь призовое. Ну, конечно. Потому что четвертое место в группе Лиги чемпионов, оно часто дает чемпионство в России. Ну, как вариант, да. Но сейчас, видите, мы буквально, я помню, с Ильей общались на предыдущей передаче, он там что-то проскальзывал, какая-то у него мысль по поводу Спартака, что он идет уже как бы после чемпионского сезона. Вот, ребят, второе, третье место с Краснодаром, да, там практически делим. Мне кажется, это ли не повод не сомневаться, что мы не повторяем успех Спартака. Наоборот, Костя говорил о том, что Локомотив это повторяет историю Спартака в этом сезоне, в том плане, что дали Семину время поработать, да, и результаты налаживаются. Как бы это и было, на мой взгляд. Да, вспомните, Спартак... Локомотив был на каких местах, в да, мы говорили, сезона, там первые 5-6 туров. Вот, пожалуйста, сейчас прошло 12, и мы видим Локомотив на третьем месте. Давайте идем дальше. Лига Европа. Лига Европа обсудим. Зенит Бордо 2-1, Стандарт Краснодар 2-1 и Рейнджерс Спартак. Первая игра без Карреры, да, и Спартак сыграл в ничью в Лиге Европы. Сереж. Нет у нас болельщика Спартака сегодня. Да, вот по Спартаку. Вот ты знаешь, мне и Рейнджерс не понравился. Ну, да и Спартак не понравился. Ну, головы если, должны да, быть. Если там Стандарт, Краснодар, да, можно там о чем-то говорить, да, там Зенит, Бордо. А тут, в общем, такая игра была, ну, 2-3 момента они, по-моему, на двоих насобирали. Я соглашусь, да, матч действительно ничей такой, не очень интересный, а вот... Краснодар со Стандартом, конечно, обидно было, потому что Краснодар больше понравился, чем Стандарт. Да, абсолютно точно. Нелогично проиграл. Там да, такой угловой чумачечий, да, если ну, честно. Ну, а залетел, удары там с 30 метров непонятный. Такие голы были, да, интересные. Ну, вот матч был интересный. Я честно скажу, даже переключил вот именно на этот матч. Олег, я помню, голосовал, что Стандарт победит, кстати. Да? Да, я помню. Проверим. У меня все ходы записаны. Я сказал, что Зенит победит, я сказал, что Стандарт победит, я сказал, что Спартак и Рейнджерс сыграют в ничью. Но вот от Локомотива я все-таки ждал ничьей, если мне память не изменяет. И я ставил на ЦСКА, что ЦСКА победит. Ну, настоящий. На ничью ставил? Да, на ничью ставил, правильно. Вот видите, практически все отгадал, кроме ЦСКА. ЦСКА подвел. Да. Смотрите, Лиги Европы, в принципе, у наших команд достаточно нормальное положение, да? Зенит на первом месте, Краснодар на втором, но
там у них тоже все в порядке. Спартак, по-моему, на четвертом месте. Ну, не все потеряно. Ну, Спартак с Рейнджерс. Да, но у них ну, там 3-4 очка, вот такие, ну, одно очко. Первое, второе по 5 очков. Да, у Спартака, не помню сколько. Ну, одно очко. Очко, да. Так что, они 2-2 очка теперь. А, 2 уже. Да, они же сыграли. Они ничью, да. 3-3. 2 очка. Представляешь, вот четвертое место 2 очка, и первое 5. Да. Со вторым. Все впереди. Ну, ну что ж, там ровненько, да. Я ваш оптимизм поддерживаю. И, как говорится, даст Бог, они еще покажут себя. Ну что ж, друзья мои, давайте переходим к чемпионату России. 12-й тур, центральный матч тура, как мы говорили, да, ЦСКА, Краснодар. Я уже не знаю, Евгений, если кто видит, сидит уже пурпурный. Потерял. Пурпурный столько... от того, да. Дипурпле прям. Ну, примерно дипурпле. Жень, ну... Ну, опять же, те же ошибки детские, которые допустили и Суровны. Вышли два игрока, которые совершенно не попали в игру, Хасонов и Биол. Об этом говорил тренер, он сказал, что да... Так получилось, что иногда выходят, игроки не попадают. Ну ты скажи, ты ему написал тренеру смс о том, что скажи именно так, Биёл и Хасонов. Ну я не знаю, я вот, понимаешь, я вот, мы сидели там с группой журналистов, да, и все были в недоумении, почему Чалова заменили на 60-й минуте. Мы не нашли ответа Дзагоева этому. Дзагоева на 55-й. Ну вот этот Дзагоева тоже, кстати, он играл неплохо. Почему заменить? Боже мой, я не знаю, Жень, мы с тобой вообще разные футболы смотрим, что ли? Загоев никакой. Никакой. Подождите, подождите. Чалов никакой. Подождите, господа. Ахметова и... Подождите, мы тогда, когда мы вели 1-0, зачем надо было менять что-то? Садиться в защиту садиться играть. С Краснодаром это утопия, господа. Утопия. Нет, это была утопия. Потому что раньше, когда нельзя меняли, было менять. Там выпускали пятого защитника. Ну хорошо, кого? Березуцкий. К Березуцким и к креатив нашей. Креатив сушить игру хотели, видимо. Хотели сушить игру. Загоева. Да. Креатив пропал? Пропал. Да, Загоев да уже подожди, подожди. В прошлом году последний раз креатив. Подожди. Потом ты расскажешь. Умер Загоев. Не умер. Еще воскреснет Фениксом. Не переживай. Подачи. Все шли в давайте подачи. Сделаем, были... Давайте подожди. Сделаем каким образом. Давай. Евгений, ты рассказывай. А вы да. Сказки. Какие сказки? Сказки. А мы уже тут... Зачем? Я не понимаю, зачем надо было менять, допустим, высокого нападающего, на которого играли, который цеплялся. Чалов. 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 Нападающий? Высокий. Ну, по сравнению с Ивлевым, с Ахметовым. Да. Нет у вас Нецеда. У нас нет. У нас все маленькие. Тот же самый и японец. Он маленький. А все вот эти навесы штрафные, где вот эти двухметровые защитники... Краснодара, да. Это а в топе играть было. Все выносы от ворот, все снимал но. Краснодар, и мяч потерян. Вынос, мяч потерян. Потерян, вынос, мяч согласен, потерян. Согласен полностью с тобой. Вопрос можно? Вопрос. Пожалуйста. Немножко зарядить. Зал. Вы согласны с тем, что вот некоторые журналисты обвинили именно Гончаренко в поражении? Потому что, говорит, Гончаренко именно... Тренерское поражение. Тренерское поражение, да, как пошел по пути Слуцкого. То есть Слуцкий, если помним, Женя сколько раз ругал, что Слуцкий при счете 1-0 да. закрывает игру, да, закрываться и сушить. И победы он одерживал. И итоге, здесь да. действительно это не тот вариант с Краснодаром, потому что Краснодар, вот. Давайте вспомним. Так точно, Серёж, Краснодар правильно. Всегда на последних минутах, вот пускай правильно. Даже попустился стандартом, но вспомни чемпионат России, что сколько Краснодар забивает. Они в концов, дядьки, кто взрослые все уже. И да, и какие нападающие. После 75-й минуты они забили уже 10 мячей. Ну согласны, да? Конечно. И он ставит. Говорю, что Хасонов, вам понравился в матче с Ромой? Да безобразие. Нет. Зачем, опять же, мне ставить? Мне понравился Хасонов. Ну, понятно, мы разные матчи смотрели. Вы все... Да безобразно играет Хасонов. Так это хорошо, что у нас у всех... И как он вышел с Краснодаром безобразно. Безобразно. Никто не спорит. Хасонов привез эти... Верните Сережу Игнашевичу. Он хоть нам проиграл, но... в центре, персональные ошибки на Бабкина, персональная ошибка, чем занимался Фернандес. Я ошибся. Нет, и все пришло фланга на Бабкина. На Бабкина. На Бабкин, боже мой! Это когда уже ЦСКА, на Бабкина возьмут в Урал? Капитан команды, Олег. Капитан, куда его? После Акинфеева, да? Это легенда ЦСКА. Акинфеева нет. Вообще не характерны для армейцев ошибки, когда два гола забиваются, вся защита просто смотрит, что будет делать человек, который навешивает мяч. Оставшиеся смотрят, что будут делать нападающие. Они будут забивать. Все, 2-1, пока. Да. Вот, о, кстати, очень кратко и в то же время емко. Я хотел, вот, мне тут причудилось, какие тактики у ЦСКА и Спартака в этом году. У ЦСКА, как один комментатор сказал, если ЦСКА забивает первым и не пропускает, то обычно выигрывает. Выигрывает, да. А Спартак не забил, не проиграл.
Вот как... Ну, слушай, Не, ну действительно, комментаторы заметили, что если ЦСКА не пропускает, он выигрывает. То есть еще ни одной игры за 12 туров ЦСКА пропуская не выиграл. Ну и Гончаренко так и подумал, да, сказал, ну что, 1-0 ведем, скорее всего выиграем. Осталось 10 минут практически играть, ну видишь. Не, у Гончаренко еще, может быть, случилось, у армейцев уже такая нехорошая полоса, 4 поражения в 5 матчах во всех турнирах. И Гончаренко уже хотел набрать очки и одержать победу, и немножко поплыл, может быть. То есть уже была близка победа. Опять же, смотрите, мы поплыли, мы говорим, что тренер не угадал с заменами, да? Да, не то. И тут же вы мне говорите, что убирает Загоева, который никакой. И Чалова никакой. Да, к чему это все идет? Дело даже не в заменах. Гончаренко пора менять. Тогда правильно. Его план здесь, оставшиеся здесь, полчаса. Здесь с собой согласен, что нужно было, допустим, вместо Чалова выпускать Жамальдинова, допустим, да, нападающего быстрого, а не двух. Когда у нас Влашич нападающего играет. Женя, не показалось тебе после 60-й минуты, что ЦСКА просел, вообще команда села? Показалось. Силенок уже не хватало. Силенки, да, все-таки срок. Они, как будто ЦСКА играл в четверг, а не Краснодар. Да, вот мне тоже показалось. 60 минуты и все. ЦСКА встает и начинает Краснодар. Не, особенно, когда вот совсем вот мяч забили, да, и тут совсем просели. Что-то физических сил, получается, хотел Гончаренко Лешу Березовского выпустить. Кто? Кто тренировал в это? Чьи корни? Да, летом. Пора летом возвращать их... из Витаса Слуцкого, скорее всего, да? Вот он-то физика, умеет физика, сушить где? Игру. Ну нет, ничего. У нас тренер, не да, тренер у нас в порядке. Тренер ну что ж, да, ЦСКА проиграл. Ничего страшного, двигаемся дальше. Ничего страшного. Абсолютно. А, ну ладно, что ж, идем дальше. Рубин Спартак. Хороший матч. Хороший матч. Да, Спартак, наверное, уже записывал себе в турнирную таблицу 3 очка. Уже вдруг все. И 90 минуты. Раз на 90 минуте выходит человек, который, мне кажется, даже чебуца не успел завязать. И забивает. Прям ровно через 10 секунд забивает. Магия Бердыева. Вспомнишь, что Динамо играл с Зенитом, какой-то вышел. Парень там у них это, из дубля в добавленное время да, и забивает на последних да, секундах. Да, и да, мне да, сейчас да, динамовцы пишут, когда где говорит, этот парень вообще, куда он пропал. То есть он забил, даже фамилию никто вспомнить не может. Ну, у нас был такой игрок тоже ЦСКА. Ну да? А, ну это Базилюк. Нет, не Базилюк. Ну кто? Янчик? Янчик. Янчик забил Спартаку и пропал. Но мы его помним. Он только голос Спартаку помнишь. Ну это естественно. Естественно. Спартак, видишь, Спартак, давайте немножко обсудим. Спартак свои проблемы. Видите, сейчас у них исполняющий обязанности новый тренер. Испанец. Испанец, да, который Кирилл все говорил, что именно он будет. Будущее спартаковского. Он и есть. Говорят, что ему дали 4 матча, чтобы показать. Рианчо? Да, показал себя. Ну, скорее всего, нет, наверное, не будем отходить от должного, да, скорее всего, Спартак возглавит Олег Кононов, да, да, после очень перерыва ходят вот этого. Слухи, не уверен. И я Кононов, тоже не уверен, и Кононов, если честно, я после слышал вот Арсенала, когда Арсенал сыграл до своей игры, вот, да, недавно, он на вопросы корреспондентов отвечал очень как бы так рьяно и нервно по мне поводу кажется, Спартака. До Нового года Кононов пойдет в Спартак только для того, чтобы заработать деньги. Вот ну, мне ну, кажется. Я тебе хочу сказать, что Кононов не уверен, что мне кажется, в этой что сейчас команде толку никакого Олег, не мне будет. Мне кажется, что сейчас Кононов, как бы это громко не прозвучало, один из сильнейших специалистов РПЛ. Нет, мы не спорим о его профессиональном. Да. Наверное, он сможет. Мы говорим о команде Спартак. 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 Давайте я пообщаемся бы на месте с нашим телезрителем. Я бы на месте не трогал бы вообще. Согласен. До Нового года. Добрый вечер. Никого. Ребята, здравствуйте. Это Владимир, болельщик «Динамо». О, Владимир, приветствую. Тысячу лет вас не слышал. Да, ребята, я вот хотел спросить. Мне очень понравилась игра «Зенит. Крылья Советов». Хотелось бы, чтобы ребята сказали про эту игру. Да. Чтобы ребята что-то сказали, ну вот, например, Сережа, да, «Динамо» про феномен Божевича. А, ну. Что это такое в нашем футболе. И просьба к ребятам, вот такое, ну скажем, мини-конкурс, что ли. Какой матч они считают в туре лучшим и почему? Все, спасибо. Спасибо супер большое. Серега, это самое удивительное, болельщик «Динамо». Про «Динамо» ничего. Ну, ты же скажешь, он же знает. Ты рассказываешь не только о «Динамо». Давай я про Божевича. Божевич. Божевич тренировал одно время «Динамо». Да. Москву он тренировал. Где? Не, «Динамо» тоже он тренировал. «Динамо», да. Вот. И я просто поэтому и говорю, что мне понравился как тренер Божевич, когда он тренировал «Динамо». Чем понравился? Тренер умный, это раз. И тренер, который
наигрывает стандарты, допустим. У него в «Динамо» даже, Ростов он тренировал, ну, в общем, 7 клубов. Да. Во-первых, играли, во-вторых, очень интересно, вот именно с стандартами. То есть они угловые разыгрывали, они разыгрывали, интересно, штрафные удары. То есть, ну, тренер, который дает результат. Дает результат, да. Правильно, что клубы, «Зенит» принципе, отскочил. «Зенит» отскочил, в принципе. И ведь посмотрите, многих иностранных тренеров, которые у нас тренировали команды, да, мы даже уже их и не вспомним. Питер да. Жела. А Божевич, он из одного клуба в другой, другой. И, в принципе, ни с одним клубом он не вылетал куда-либо. Ни с одним. А у него, в общем-то, тоже доставались команды. А «Арсенал», помню, тренировал тоже. И «Арсенал», и у него и Томми, и все остальное. «Амкар», да. Так что на это мы ответили. Итак, лучший матч 12-го тура. Владимир спросил твое мнение. Ахмат «Динамо», Женя. Вот «Динамовский», да. Вот молодец. Итак, друзья мои, мы приняли решение, что лучший матч 12-го тура Ахмат «Динамо». В первом, по крайней мере, полтора часа можно было выспаться. Вот далеко такие матчи. Обожаю такие матчи. В выходные можно выспаться. Мы не согласны. Итак, друзья мои, давайте переходим. «Енисей» и «Локомотив» тоже немножко обсудим, да? «Локомотив» во внутреннем чемпионате обыгрывает. Да, в Лиге чемпионов тень себя самого. Объясни, почему так получилось? Я понимаю, «Енисей» на последнем месте. Ну, не самый сильный команды, конечно, «Спорту» сравнивать нет никакого смысла. Но! Но что но? «Енисей» тоже 30 забил под занавес, что называется. У «Енисея», между прочим, хочу сказать, были супер опасные моменты, где защитник «Локомотива» там Идову чуть ли не при 1-0 они могли там. Да, «Енисей» — это команда, которая, наверное, еще много кровушки попьет от клубов РПЛ. И, в принципе, с их главным тренером, да, там Оленичев уже, да, правильно возглавляет команду. В принципе, главный вампир. Коллектив, наверное, может реально отнять очки у грандов в том числе. Но не у «Локомотива». Так уж получилось, что «Локомотив» — команда, которая на самом деле какую-то зеркальный футбол совсем показывает. Откровенно говоря, было удивительно, Олег, смотреть, что команда на 80-х минутах встречи бежит, дай боже, и забивает еще два, именно гвоздь в программу, скажем так, забивает. Очень понравилась комбинация с тем же самым Фернандешем, да, который там пробежал, забил мяч, нашел как настоящий бильярдист определенный угол, и, соответственно, в этот в угол пробил и забил интересный и красивый мяч. Ну, Эдер тоже забил. Два слова про «Енисей», потому что я «Енисей» знаю по ФНЛ, когда «Динамо» там играл. «Енисей» сделал ужасную ошибку. «Енисей», когда вышел в премьер-лигу, он, помнишь, развалил «Самкар», да, и он человек 6 или 8 забрал себе. И начал ставить их в основу. Люди, которые привели «Енисей» наверх, не играли. Ну, мне кажется, надо было сыграться. Да, Олег. Такая история, да, когда ну, приводят было новых людей, а вот те люди, которые, да, выводили команду. Но тренер-то остался, Олег. Тренер-то Оленичев был, что в ФНЛ, что здесь. Их немножко. И вот это была, скорее всего, это проигрыш ошибка тренера, который не потому должен. Потому что был «Енисей», я тебе скажу еще два слова. «Енисей» в ФНЛ играл очень хорошо. Мне больше всех нравилась эта команда. Mm-hmm. То есть Оленичев действительно привел такой футбол играющий. Команда играла, команда забивала. И вот с «Динамо» они шли очень хорошо. Заняли первое и второе место. Ну, они, да. В принципе. У «Енисея», может быть, сейчас еще играет тот фактор, что да, 6 очков, и в принципе команда, наверное, слушает, чувствует себя недолжным образом, и, наверное, уже потихоньку, тихим сапом они готовятся, наверное, к вылету. Да, более того, у «Локомотива» следующая игра на кубок, опять же, с «Енисеем», да, только уже домашняя встреча. А потом еще? Также ждем три набранных. Вы бы сыграли бы сразу три матча. Конечно. И что там? Три мяча. Прям там, в Красноярске. Было бы важно. Но на самом деле, вспоминая вот предыдущий чемпионский сезон «Локомотива», да, был тот же самый «Амкар», между прочим, который и выиграл и в гостях, и на и получается дома. Но так уж получилось, что «Локомотив» в прошлом сезоне два матча играл. «Амкар» в том сезоне многих. Черкизова, да. Он такая команда. «Енисей», да, вот это «Спартак», та команда. «Спартак» тогда он пощипал. «Енисей» та команда, которая может, скажем так, серьезно проиграть с крупным счетом. Ну и в том числе и, на мой взгляд, в дальнейшем, посмотрев опять же игру «Локомотив» «Енисей», «Енисей» «Локомотив», да, ну, посмотрим. Мне показалось, что команда неплохо себя. Посмотрим. Показала. Итак, лучший матч тура. «Енисей», «Локомотив». Наше крыло. Нет, мы переходим к обсуждению лучшего матча тура. «Ахмат», «Динамо». Никто не хотел уступать.
не говорил. Каждый стремился к победе, никто защищая свои ворота. Никто не хотел забивать. Все хотели засыпать. Сереж. Ну а что тут говорить-то, Олег? Нет, ну, с одной стороны, я все прекрасно понимаю, на выезде, в Грозном. Ну да, это неплохо. Ничья, это неплохо. Но только Ахмат, мне кажется, тоже подумал. Для Динамо согласен. После победы над Зенитом взяли 3 очка у Зенита, съездили в Грозный. И там, потому что у Динамо были проблемы действительно с составом, много травмированных оказалось. И Хохлову опять пришлось нелегко, немножко пришлось опять менять схему, менять все. И это ничья, я думаю. И Хохлов согласился, да, что взяли очко, и слава богу. Ну и Ахмат меня удивил, конечно, потому что первый матч они выиграли с новым тренером, победили на выезде. И тут я думаю, ну сейчас-то Динамо они будут гонять. Нет, нет, смотрю, МК, вот этот Ахмат, Ахмат тоже как-то особо не усердствовал. То есть, знаешь, было похоже, если бы, как вот в СССР было, на договорняк какой-то, я не знаю. Вот, такой матч, странно, да, если не в чьи, любитель статистики, там особо, да, один удар Кайрат в створ за весь, да? Матч вообще. Да. 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 Кстати, про Кайрата, Олег, ты заговорил, и вдогонку к тому, что заменил Енисей полностью свой состав, когда вышел в премьер-лигу. Но ведь Аршавин тоже сейчас лучший бомбардир чемпионата Казахстана, ну, который считается получил плюс-минус уровень ФНЛ как раз. Потому что, наверное, да, уровни разные, ФНЛ, ну, и конечно, все-таки премьер-лиги. Никто не спорит. Никто не спорит. Итак, друзья мои, поговорили об основных матчах. Давайте, остается 5 минут, и поговорим о 13-м туре. У нас будет дерби. Дерби Динамо-ЦСКА. Да. ЦСКА имеет все возможности проиграть в 6-м, в 5-м матче за 6. Не дождетесь. Мы выиграем. И выиграем с крупным счетом. Сергей, парируйте. 3-1, я думаю. 3-1 не крупный счет. Не круп, а это не крупный. 4-1. Надо минимум 3 мяча, чтобы... Да, было. Разрыв. 3-0. 3-0, хорошо. Что нам ждать? Не, ну, матчи всегда интересные, пусть Женя там это, хорохорится, но действительно... Подолью масло. Не, ну подливай, правильно. Нет, матчи-то интересные, для нас, по крайней мере, интересные. Они никогда не проходят так вот, как Ахмат-Динамо. Я думаю, такого матча не будет. Это точно. Я просто надеюсь, что Динамо, конечно, болячки там некоторые залечат, и игроки хотя бы выйдут в более-менее приличном составе. Потому что у нас и с нападением беда, у нас... Играет полузащитник в нападении. Ну. А у меня вопрос. Крупное поражение одной из команд будет означать такой некий звоночек под креслом главных тренеров? Что да, ты не путай. У нас есть одна народная команда. Там вот точно так вот расценивают. Что сразу тренер виноват? Скорее всего, будет Олег Договорняк очередной. Мы поделим очки. ЦСКА табуретки. 1-1. Скорее всего, ничья будет, Олег. Друзья мои, Краснодар-Ростов также матч интересный будет. Играют в Краснодаре, играют кубанское или там ростовское дерби. Ростов проиграет. Ростов проиграет? Я считаю, что да. Ну, против Краснодара такого нет шансов сейчас практически не ни у кого. Не знаю. Тем более без тренера, да? Ну, Локомотив выиграл Ростов, в принципе, Карпин там запасом у Краснодара. Ростов, учитывая, сейчас на 4-м, Краснодар на 2-м, там разница в 1 очко. Ну, Ростов, думаю, честно говоря, сейчас что-то хворает, откровенно говоря, что-то как-то у них сейчас падает. Ну и последняя турнирная таблица, она, в принципе, больших изменений нам не принесла. Зенит по-прежнему на 1-м месте, на 2-м Краснодар, на 3-м Локомотив, на 4-м Ростов, на 5-м ЦСКА и только на 6-м «Спартак». Отлично. А, я еще не упомянул одну команду, которая пока находится на 11-м месте. Динамо. Но уверен, что «Динамо» после матча 13-го тура... Давайте я не буду продолжать свои. Вот мы с Сережей едем на матч. Опа. Я работаю. Он едет, и мы вдвоем, да, будем. А давайте после матча, как по традиции, все помнят традицию. Чат гремит. По традиции соберемся в определенном месте. Друзья мои, спасибо, что все это время были вместе с нами. Всего вам доброго. В следующий вторник обсуждаем матчи чемпионата России. Ну а пока болеем за своих. Пока. Счастливо. До свидания.